Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ, и сегодня у меня на обзорчике, давно не было на обзорчике такого пивка, у меня Рогань Монастырская. Что хочу сказать? Пивко довольно интересное, не сказать, что это обычное классическое пивко, и не сказать, что это крепленое пиво. Такое пиво своеродное, интересное, как говорится. Что, друзья, начну, как говорится, конкретно по бутылочке. На пробочке у нас нарисована кружечка Роганя, белая золотистой пробочки. Белая кружечка нарисована. Здесь юбилейная, типа оранжево-красная этикетка, 30 лет. Здесь снова же Рогань, пиво традиционное, типа, ну, все остальное. Рогань, короче, 30 років, типа. Нарисованный храм здесь, монастырь красивый, чи церква. Юбилейный дизайн, ну, я не сказал бы, что дизайн, я в прошлом году пил, там реально бы юбилейная бутылка была, не такая у Рогань. А эта бутылочка стандартная, с выдавленными традиционными буквами здесь. Обычная красная этикетка. Объем нашей бутылочки 0,5. 5,6 оборота. Обычный Рогань. Ну, можно сказать, не обычный Рогань, это Рогань монастырский. Что хочу сказать, друзья, производится это пиво... Так, где адреса? Так, адреса. Производится в месте Харьков. В Харькове улица Роганська, 161. Ну, производится это пиво в городе Харьков. Улица Роганська, 161. Пиво свято монастырське, пастеризоване, без ГМО. Що, друзі, состав, склад, вода, солодь ячмяний світлий, крупа рисова, або крупа кукурудзяна, ячмінь, хмель. Ну, хмель присутствует, друзья, вы поняли. Ну, такой составчик, как говорится, может и рис присутствовать, может и крупа присутствовать. Кукурузяная, может быть и рисовая. И... Ну, по запаху пахнет довольно неплохо, друзья. Сегодня, друзья, приготовили мы закусочку. Сегодня закусочку перед этим, как говорится, закусочка уже выйдет на канале. Перед тем, как этот ролик уже будет скинут на ютубчик, уже закусочка будет на канале. Так что, друзья, там будет хорошая... Сейчас... Загадаю желание. Хорошая закусочка, легкая, простая, с селедочкой, именно под водочку. Да и на перекус неплохие такие, ребята, бутеры, как говорится. Что скажу по пиву? Пивко с пенкой, с хорошей пенкой, пивко с бульбушками, с такими хорошими бульбушками. Ну давайте, друзья, за все хорошее. Что там у нас по камере все четенько. Ну что, друзья, давайте, за все хорошее, за нас. Ну и, за, конечно, за подписчиков, друзья. Присутствует такая интересная горчиночка. Ну, кстати, еще хочу сказать, друзья, пивко реально резкое. Если пить это пивко, я сразу скажу, то надо его пить чем-то там. Чисто радочкой, чисто селедочкой, может там копченой, там мойвочкой, там или еще чем-то. Именно надо брать, друзья, рыбку под это пивко. Пивко резкое, с горчиночкой, интересное. Давайте, друзья. Как по мне, пьется легко. Вкуса спиртозности, спирта там и всего такого я не чувствую, друзья. Чувствуется, что пиво крепенькое, что пиво, ну, чуть покрепче стандартного пива, чувствуется, конечно. Но вкуса там вод, ну, не водки, а спирта такого нету, друзья. Горчинка приятная, реально, вкус такой хмеля и ячменя, реально очень приятная горчиночка. Заходит, вы сами все видите, пьется легко. Оценил бы я наше пивко в 9,5 баллов. Неплохое, в принципе, пиво. Как по крепости оно хорошее, и по цене. Цена 17 гривен этому пиву. Вы поняли меня, друзья. Ну что, друзья, давайте. Я хотел... На этот видосик поставить селедочку в кадр, но думаю, одна бутылочка пива, селедочка, думаю, как бы не солидно будет. Либо пиво пить, либо селедку есть. Вы поняли меня, друзья.
Собираюсь отснять скоро. Сейчас у нас, слава богу, все не ветрено, конечно, путили, но довольно солнечно, погода хорошая, река Сейм уже растаяла. Уже скоро, как говорится, этот будет контент, будем что-то снимать. Вчера я замариновал, сейчас надо будет цыпленка табака, цыпленка, ну, вы поняли. Закину его в холодильничек, у меня уже замаринованный. Закину его в холодильничек, хай будет замораживаться. И потом, когда куда-то идти, заранее достану, чтобы он у меня уже был цыпленок уже готовый, просто кидай на решеточку, на сеточку и жарь этого цыпленочка. Ну, не, можно было, конечно, с селедочкой пахнуть. Селедочка хорошо зайдет. Ну, или тараночком под это пивко. Пиво неплохое. Так что, ну, давайте, друзья. За нас, как говорится. Ну, конечно, вы поняли. За нас, это в смысле и за меня, и за вас, друзья. Кто смотрит мой канал, кто пишет комменты, кто пишет лайки, кто даже просто пришел на канал, посмотрел видос, там, неважно, поставил лайк или дизлайк, как говорится, друзья. За всех. Давайте. Всем большое спасибо, кто реально меня смотрит. Давайте. Ну, я стараюсь, для вас снимаю ролики, как говорится. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ, ставьте обязательно лайки, пишите, друзья, обязательно комменты. Подписывайтесь на мой второй канал Олег Мирон. Этот, скоро с Олежкой выйдет реально новая, ну, куча трэша, пойдем мы с ним копать металлолом. Олежка будет пить путивский коктейль, будет реально куча, ребята, реальных всяких приколов, розыгрышей и всего остального. Подписывайтесь на мой ТикТок Бухай ТВ, там, кстати, тоже много будет всяких разных приколов. И, друзья, подписывайтесь на мой Инстаграм Пешкова 570, друзья. Все будет в первом комментарии внизу от меня. Всем мира и добра, не болейте. И, как говорится, уже пришла весна, друзья, скоро шашлычки, пивко, красиво отдохнем. Давайте, друзья.